Новый комплекс сортировки отходов появится на территории Сергиевского района в ближайшей перспективе. Предварительно он будет введен в эксплуатацию в 2023 году и заменит ныне действующий объект, ресурсы которого, по словам специалистов, уже на исходе. В минувшую пятницу в Сургутском доме культуры прошли общественные обсуждения в формате слушаний с целью дальнейшего предоставления проектной документации многофункционального комплекса на государственную экологическую экспертизу. Данный объект является знаковым для не только территории Сергиевского района. Он, в принципе, необходим вообще для развития системы обращения с отходами всего региона в целом, потому что действующие вместимости объектов у нас исчерпываются, а технологичных и производительных объектов обращения с отходами, которые бы соответствовали всем современным требованиям, в настоящее время дефицит. Строительство многофункционального комплекса запланировано в соответствии с территориальной схемой в рамках областной программы «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории области на 2018-2022 годы». Данная программа – региональная составляющая федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Планируется, что новый многофункциональный комплекс будет включать в себя целый ряд сооружений. Комплекс по утилизации органической фракции – твердых коммунальных отходов. То есть это отходы 4-5 класса, малоопасные и неопасные отходы. После предварительной обработки на сортировочной станции, которая проектируется отдельно, но в непосредственной технологической близости от нашего объекта, будут доставляться так называемые технологические хвосты. Непосредственно на нашем оборудовании в составе нашего комплекса уже будет осуществляться отбор утильных фракций, органики, которые будут непосредственно на полигоне компостироваться с получением минерального грунта. И этот минеральный грунт возможно использовать как в качестве технологических слоев при эксплуатации нашего проектируемого полигона, так и для рекультивации существующего проектируемого полигона, который должен быть закрыт после ввода объекта в эксплуатацию. По словам специалистов, полезная вместимость объекта позволяет говорить о том, что расчетный срок его эксплуатации составит не менее четверти века. Располагаться новый полигон будет вблизи ныне существующего объекта. Также стоит отметить, подобный комплекс к 2023 году появится и на территории соседнего Кинель-Черкасского района. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».